Привет, ребята! Посмотрите на этих необычных животных. Это яки. Почему они необычные? Сейчас расскажу. Яки – это сильные животные с объемным туловищем, крепкими ногами, округлыми раздвоенными копытами и густой шерстью, которая свисает ниже живота. Интересный факт. В дикой природе водятся яки темных оттенков. Чаще черных и коричневых. А вот окрас домашних яков разнообразен. На фермах можно увидеть животных рыжих, белых и кремовых цветов. У яков небольшие уши и очень широкий лоб с длинными острыми рогами. Внешность яка удивительным образом сочетает в себе черты и коровы, и бизона, и лошади, и козла. Посмотрите, голова яка похожа на коровью, хвост в точности как у лошади. Своей осанкой як просто вылитый бизон, а густая длинная шерсть как у горного козла. Мы им не делаем ни загонов, ничего, они там так нормально живут и на морозах лежат на снегу за счет вот этой шерсти, которая у них свисает. Это еще что? Як молчалив, но если вам повезет услышать, как он издает звуки, то знайте, як хрюкает, как поросенок. В нашей стране яки обитают в основном на территории Северного Кавказа, Бурятии и Алтая. Там очень любят делать из их шерсти всевозможные полезные в хозяйстве вещи. Начесывают шерсть, хорошие пледы получаются, и все остальное там с них делают. Як – крупное животное. Его высота в холке доходит до 2 метров, а масса тела до 1000 килограммов. При этом в длину взрослый самец может достигать 4 метров, из которых чуть меньше метра приходится на хвост. Сергей Федорович, а чем яки питаются? Они любят траву, мы им косим траву. Все зеленые насаждения, кустики они любят. Як очень выносливое животное, поэтому человек еще в древности приручил его для помощи в хозяйстве. Яки миролюбивые и спокойны, но не любят, когда кто-нибудь без дела нарушает их покой. И при этом они любопытны, как дети. Они любят общаться с незнакомцами, да? Сильно, они не общительные с людьми. Это сейчас у них проявляется любопытство. Они не понимают еще, что тут происходит. Я подружился с этим семейством яков и обещал снова приехать к ним в гости. Правда, ребята, яки интересные и необычные животные. Мне не понравились, надеюсь, вам тоже. А на сегодня у меня все. Пока!